Так, в общем-то, ну что, мы уже собрались, как вам вообще кофе? Ну, вкусное, короче. Да, сколько там осталось? Ну, еще Ну да, полчасочки. еще полчасички. Ребята, стоп, мы же запись уже начали, нужно поздороваться с подписчиками. Точно. Поэтому вставай, что ты стоишь. Давай. Так, всем привет, дорогие друзья, возьми, прошу, мое новое видео. И сегодня со мной Супру! Всем привет, ребята, сегодня с вами... Ой, с вами я, Супру! И Грифер Про! Привет, друзья! Ребята, добро пожаловать в наше новое видео! И, во-первых, Супру вернулся в наш мир друзей. Его не было в нашем мире друзей почти 2 месяца. Ну и сегодня мы решили в честь этого собраться у Супру. Уже скоро ночь наступает, мы сегодня решили посмотреть фильмец. Сейчас мы напьем вот чаек и пойдем уже смотреть фильмец. Кофе. А, да, это ж кофе. Какой чаек? Ой. Кофеечек сейчас будем допивать. Ой! Что? У нас половина стола как-то сломалась. Супру? Это мистика. Ладно, забейте, потом починим. А почему Супру только что взлетел? Так, какой взлетел, Грифер, ты шо? Как он может летать? Так, ладно, ну что, идем смотреть фильм или что? А куда нам идти, я не помню. Не, ребята, мне уже, у меня такие планы, короче, мне там убраться, у меня там личные дела. Ну давай мы тебе тогда поможем. Да нет, не надо. Ладно, пошли, Грифер. Смотреть фильм? Ну, Супер сказал... Не, ну мы же хотели втором... Грифер, иди сюда. Супер какой-то странный. До этого, пока мы еще не начинали запись, он выходил на улицу и слышал крики волков и бесстрашно, как будто бы просто вышел и смотрел на них. Странно, конечно. Ладно, пошли. Пошли, твой дом. Я тебе предлагаю, короче, за ним понаблюдать. Потому что он реально какой-то странный. Смотри, Гоша, залезем сюда вот на амбар. Я не могу. А, да. А как залезть? Сюда заходи, сейчас просто вот сюда заходи. Не, ну сюда, давай. Не, там места нету, чтобы пролезть, подожди. Так, опа. Так, вроде бы он меня не видит, я тут стою за стенкой. Так, все тихо. Так, кто это там такой в капюшоне? Грифер, вы что с тобой здесь? А, да, все, мы тут просто животных проверяли, а в итоге их нету давно уже. Пошли, Грифер. Пошли. Туда тут будем наблюдать за ним. Я знаю, как залезть туда. Смотри. Го, через мой дом понаблюдаем за ним. Нет, посмотри. Нет, за мной дом, пошли. Пошли ко мне домой. Быстрее, пока он там не ушел. Я не могу. К тому же обзор слабый. Все, я в твоем доме. Пошли на вышку. И вообще. Так, так, он там. Я возле твоего геликоптера. А, его же забрали на починку. Да мне уже все забирают на починку. То хеликоптер сломался. Знаете, куда мой хеликоптер пропал? Я вроде видел, что там тебя вон какой-то вантузмен трогал. Он куда-то ушел. Он ушел куда-то. Он взял и пропал просто. Пошли. Ай. Где он может быть? Его нет нигде. Вот именно. Подожди, сейчас. Так, все, Грифер, пошли. Так, а где он? Ой, я видел, что он куда-то пошел туда, но он пропал. Иди, короче, за мой дом. Там я где-то. Не возле его дома. Я иду за твой дом. Да ну, Грифер, я вот здесь, вот возле тебя. Вот, посмотри. Да. Наконец-то. Пошли быстрее туда. Он куда-то туда пошел. Сейчас пробуем его найти. Все, Грифер, пошли. Он куда туда пошел. Быстрее. Пошли, пошли. Иди за мной. Я иду. Вижу там свет. Вижу там свет. Так, подожди, давай там за деревом встанем. За дерево давай встанем. За мной. Я иду. Там Супру. Это... Стоп, это кто? Это кто? Подожди. Сюда за дерево становись. Он ходит, он что-то в сундуке берет. Это какая-то собака. У него... Это что, Супру? Это что, Супру? Походу, что да. Он косточки разбрасывает возле них.
Да что он делает? А мы не можем? А мы не можем как-то залезть? Нужно блоки добыть. Сейчас. Нужно. Сейчас добудем блоки. Так, и ты ешь. Берем еще косточек. Ё-моё, это реально супер. Ты, тут, ты будь снизу, я сейчас залезу туда. Так, вроде за мной никто не идет. Я предлагаю, Гривер, я предлагаю валить отсюда. Быстрее. Да блин, а! Хорошие собачки. Гривер, я предлагаю быстрее валить, а то он может сейчас нас там заметить. Меня очень сильно лагает. Ты иди как можешь. Йо, ты так далеко. О, нашел. Он там. Есть. Собачки, я раскидаю, кто захочет, берите. Ё-моё, это реально голос Субру, только очень страшный. Это вибец какой-то, ребята. Валим мой дом быстрее. Будем наблюдать просто с... Больше нет косочек, пошёл-ка я. Быстрее, закрывай двери, короче. Сейчас залезем оттуда возле моих диванчиков, будем смотреть за ним. Я не знаю, как это случилось. Я думаю, что... Ну, за меня стань. Он вообще... Это вообще супер? Что-то мы его вообще не видим. Он должен где-то появиться. А прикинь, если он сейчас к твоему дому. Ты, короче, там наблюдай, я тут буду. Прикинь, если он сейчас к твоему там дому пойдет. Или к нашему. Моему, например. Я тогда свалю к моему, к нашему пути. Это что такое? Какая-то табличка, там написано Никсуп. Я кого-то вижу возле его дома, но не понимаю, кто это. Так, я переоденусь. Он переодевается. Подожди, кто... Он там возле своего дома. Быстрее иди в амбар. Только не пались. Он ушел куда-то. Он пошел, походу, ко мне домой. Нет, я его заметил. Он там! Он возле моего дома! Эй! Супру, успокойся! Успокойся, Супру! Супру, это мы! Успокойся! Суп, он вообще нас не слышит? Супру! Это я, Вейздер! Успокойся! Он пропал. Он просто взял и пропал. Что не делал диван? Он просто взял и пропал. Его не увидно. Прикинь, если он сейчас к твоему дому пойдет, или вообще он побежал в деревню и куда-то пропал. И видишь, что там кто-то улетел. Никто не может, фантомы может, но я не знаю. Ну, походу, это был фантом. Но здесь только свиньи. Главное, чтобы он не пошел к твоему и к моему дому. А я пошел в свой. Иди туда в свой, короче. Хоть бы Супру этого не сделал. Иди в свой тоже. Не-не-не-не, мы не будем разделяться. Ё-моё, я в воду упал. А я иду к твоему дому. А давай поедем к капитану полиции. Машин нету. Их тоже забрали, наверное, на починку. Так, давай быстрее. Дома никого... Он здесь! Эй! Он здесь! Беги! Он там! Он за мной идет! Ё-моё! Субру, успокойся, давай подружимся. Давай жить мирно. Ё-моё. Быстрее в лабораторию, он туда не сможет идти, он же типа как собака. Я не могу бежать, у меня очень сильно... Быстрее, попробуй как-то пройти. О, он отстал от меня. Быстрее в лабораторию нужно. Он возле лаборатории, он не зайдет туда, быстро, давай, заходи. Давай, все, быстрее, подземный проход, он там точно нас не найдет.
Тут двери бронированные, он сюда не зайдет, давай. А, меня очень сильно лагает. Давай, сзади. Двери бронированные, он не зайдет. А, как? Я не могу. Ладно, забей. Сиди там. Будешь проверять его. Нет. Подожди, что это тут такое? Какая-то установка, я не знаю. Помнишь? Это же... Мы же сюда ставили машину времени. Это же она. А, вы доставили сюда машину времени? Да. Да ну. А это что там было? Там три железных блока сломанные. Быстрее, короче, сюда ко мне. Нет, сейчас будем заходить в эту машину времени. Это, конечно, очень опасно, но, может быть, это что-то изменит. Я иду за тебя. Давай, я тебя вижу. Все, давай. Заходим. Давай ты первый. Нет, давай вдвоем. Давай. Открыл. Давай. О, трясти начинает. Ё-моё! Так, все. Ё-моё, это что было только что? Да. Грифер. Пошлите. Это что было? Я вообще не понял, что только что произошло. Я тоже. Мы как будто бы на пару лет назад откинулись. О, день уже на дворе. Прикинь. Пошли. О, Супру. Супру. Ты чего? А ты чё? Стоп. Грифер, я ж надеюсь, нам это не приснилось? Не, я думаю, что приснилось. Это что уже такое? Ты ж ночь назад был собакой какой-то бешеной. С глазами какие-то. Что вы мелите? Короче, нам... А помнишь, вчера, когда мы хотели посмотреть фильм, а ты сказал, что ты не можешь? Мы пошли за тобой наблюдать, и ты собакой какой-то стал. Когда причудилась. А, вот, давай переодеваться, Грифер, уже. Сейчас мы как... Мы вчера смотрели фильм. Я вас отнес домой в теплую кровать. Чё? Так, ладно, переодеваемся, а то уже день на дворе. Дайте. Я переоделась. Подарки. О, подарки? А мне? Но, нифига, наушнички. Да, вот да. Это, кстати... Light of Collection X Apple за 15 тысяч гривен. Ого, нифига. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Со мной сегодня был Субру и Грифер-бро. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Со мной сегодня был Субру. Ну тогда, мы еще в начале ролика, и когда были у тебя дома, снимались. Ну что ж, друзья, надеюсь, что понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Со мной сегодня был Супру и Грифер-бро. И всем пока-пока! Пока-пока, друзья! Всем пока!